Привет, всем доброе утро. Денис утра куда-то поехал. Мне писал, куда он поехал. Кофе пить, еще какой-то магазин. Ну ладно, не в этом дело. Я проснулась, спокойненько чай попила, то все, видео загрузила. Тут он приходит и говорит, давай быстро. Я говорю, что такое? Ведь мы едем, мы твою игру, это самое, Suburban куда-то везем. Не надо, чтобы ты со мной поехал. Я такая, блин. Ладно, так что, я даже не мывшись, накинула одежду. И это самое. Сейчас поедем, малой заснул. Я Джульетте сказала, просыпайся, смотри за малым, слушай за ним. Так что мы поехали. Короче, еду за мужем. Он уже гайнул впереди. Это самое. Едем мы в мастерскую, чтобы проверили alignment в моей машине. Это как ровно колеса типа стоят. Да? Даже не знаю, как по-нашему это переводится дело. В общем, папка переносит карситы в свою машину. Мы привезли мою машину сюда и будем его ехать домой. Итак, залазим папку на машину. Короче, показываю, что получилось с Джульеттой рамочкой. В общем, она вот так соединила. И выглядит достаточно прикольно. Повешала около комода своего, над комодом. В общем, и эта рамочка такая же, как вот эти рамочки, которые мы делали зимой с этими растениями. Так что прикольненько. А вот и бассейн. Немного спускает воздух вот в этом кольце, что наверху. Видите, он не очень глубокий для маленьких девчонок как раз. Ну, достаточно такой большой в окружности для них, чтобы Скарлетт могла, может, даже научиться плавать. Ну вот. Так, я на папином Аваленче. Мы приехали в это место, в мастерскую, там, где делали мне alignment в моей машине. Туда не пошел расплачиваться, говорит, ты едь на моем грузовике, я потом приеду за тобой. Так что мне нравится, такой удобненький, высоко сижу, далеко гляжу. Очень прикольно. Так как я вожу эту машину, может, надо папе тоже назад сделать наклейку «Русская мама». У меня, кстати, есть экстра. С матрошечкой. Я думаю, да, ему это не очень понравится. Ладно, еду домой. Ехала домой со 100-градусной жары. Вижу, Джульетта шоколадное мороженое хомячит. Я так, надо мне свое открыть. Это у нас фисташковая с миндалем. И вот это сделаем корочку. Сейчас она. Ух, какая корочку, какую крутую сделала. Всем приятного аппетита. Итак, сегодняшний образ дня. Вот такое платье, которое было одно из моих любимых платьев, пока я не посадила на него. Где? Вот. Вот. Пятно с подхлорки. И оно перешло в домашнее платье теперь. Если я в нем выхожу во двор, я пытаюсь либо пояском завязать, либо шалью. Но, скорее всего, это просто домашнее платье. Не знаю, как его исправить. Может, его выкрасить в другой цвет. Но у меня времени на это нет в данный момент. А мы вышли во двор. Папа тут постелил такую травку-муравку. Мам, watch me swim. Okay. Are you walking on your hands? No, I'm not. Yes, you're walking on your hands. Джашик, ты тоже хочешь? А? Сестрам весело? В общем, Дэнни мне поставил тут фен, чтобы нас комары не грызли, отдувать их. И я смотрю девчонок.
completely. Go. One. No, 10. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Whee! Wow, good try. Come a little closer and go. Make your camera go down and then walk through. Okay. One, two, three, four, go! Five, go! Ну, чтобы главное не пугалась, так под водой. Good job! Awesome! Ой! Вот видите, какого размера бассейн? И какого размера вот этот кружок? Вот наш большой бассейн, он вот этого размера был. Он занимал вот весь этот круг. Здесь и был намного выше, но в нем такая большая дыромаха, и мы ее вечно зашивали, заклеивали, и Дэнни, короче, сдался, говорит, это каждый год, это такая борьба с этим. Ну и уже поздновато даже задумываться ставить большой бассейн, если его ставить, его надо было ставить в начале лета, потому что это берет очень много денег только наполнить бассейн, а потом это все солью засыпать и фильтровать и все такое. Так что старшие могут идти в это в общественный бассейн, а девчонки могут здесь купаться. Сестра фонтаны делает с бутылки. Just jump in, Juliet. Yeah. Jump in! I dare you! I'll throw water at you! No, don't throw water at her. Oh, she's gonna run away and not gonna come out. I wonder if you don't scare her. А что Масик делает? А ты что делаешь? Ты тоже водичку хочешь? Не, не. Меня бабушка прибьет, если я тебе водичку посажу. Ободочек и приходится держать руками маску. И это самое, если конечно нормальную маску мне надо идти искать, а их же я не оставлю, короче, потом они так гуляют хорошо. Okay, you wow! You're so high! Awesome! Mommy, I wish she's a dino! Dinosaur! В общем, нашла я маску с этой самой, с ободочком. Говорит, записывай меня, мама, video record me. Ready? Yes, I'm ready. Are you ready? Yes. Okay, поехали. Сейчас, у нас спортсменка. Come down with me. 10, 9. Okay, that's too long. I don't have that much memory in my heart. Go. Okay. Whoa. Awesome. You're doing it. Awesome. Молодец. Ну, скоро научится. Yay, I'm so proud of you. Woohoo. Okay. Oh, молодец. One more time. Что-то кулинарное. One more time, then you're leaving. Okay. Yay! Молодец. Bye. Самое. Дэнни говорит, пошли в ресторан, короче. Я говорю, давай, пошли. Окей, поехали дальше.
Видите? А, you're not in the mirror. Are you in the mirror? You're not even in the camera, girl. Come on, come on. Woo! Я не сама тут танцую, не подумайте. Это самое. И в общем, мы уже типа все, мы собираемся, мы идем, мы готовы. И это самое. Звонок в двери, какой-то дядька пришел, о какой-то там церковных делах говорит, какие-то христианские дела. Короче, Дэнни вышел, мы его потеряли. Он уже там полчаса. Короче, пришла я это самое, своего мужа вбивать в это, в реальность, что мы голодные. Вот, идем. Жареные грибы, но также крылышки куриные в соусе остром. Честно говоря, что такая сонная, прям вообще. Мне надо чайку. Ну, Юлета тут это сама для меня заказала кока-колу. Так что я буду пить кока-колу. Много кофеина надо. Lots of people with their boyfriends. That's funny. I'm with my boyfriend too. What? There he is. That's my boyfriend. Oh my god. What? And then you married him. Then it was He was my boyfriend. Then I married him, and now he's my boyfriend forever. No, he's your husband. Well, that's what boyfriend forever and means. And then you grow up, and then you became a mom. Then he became a dad. Yesterday we were with the pool and then I wanted to sit down. I'm like, Dad, can you move? And then he was like, my what? I'm an old man. Da-da. Da-da. Da-da, 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 da-da. I don't know what the flap that was. Hub, baby, you looking hot as always. Ooh, yeah. Ooh, yeah. That's a love. Ooh, yeah. You're so precious. I love you. Mwah. В общем, мы уже дома, и если вы не поняли, какой у нас разговор со Скарлетт был, когда мы выходили из ресторана, она говорит, в это место все приходят со своими парнями. Я говорю, правильно, говорю, я пришла со своим парнем тоже. Она говорит, какой парень? Он твой, тебе муж. А я говорю, ну, говорю, он же был парнем. Она говорит, а он был парнем, потом стал мужем. Я говорю, да, он стал моим парнем на всю жизнь. Нет, он твой муж. Я говорю, ну так вот то, что муж и есть. Ну, короче, это самое. Так что было симпатично, ну, смешно вот так поговорить с ней. В общем, я буду с вами прощаться, уже поздно. Я думаю, мы больше ничего не будем делать. Если, конечно, вдруг стукнет нам делать фейерверк, как-то все забываем об этом, то я еще сниму. А если нет, то я прощаюсь с вами. Желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и bye-bye.